Орбита! Сегодня 17 июня. Неважно уже какой день, но сегодня день медицинского работника. И поэтому три раза, чтобы слышно было о медицинском пункте, поздравляем! 3-4! Всегда спрашивают, а здоровье в порядке? Спасибо, в порядке! Ну вот видишь, видите, и нашим спортивным инструкторам тоже приятно. Вам приятно, Сергей Александрович? Ему очень приятно. И это еще не все. Сегодня 17 июня в лагере два именинника. Это Искорнева Полина, третий отряд. И Максим Губарев, 8-й отряд! Ой, как это мило! Смотрите, вы родились в один день, поцелуйте друг друга. Ну поцелуйте, давайте уже в щечку поцелуй. Наклониться придется. Ой, как мило! Итак, три раза поздравляем, еще раз, 3-4! Которую можно приделать к телу. Тело орбита. Итак, под бурные аплодисменты провожаем именинников. Растите большими и здоровыми. Тем более в день медицинского работника вы обязаны быть здоровыми. Ну что ж, я думаю, что пора начинать, как бы мы не оттягивали этот момент, но он наступил. И орбита равняясь, смирно привносит знамени Российской Федерации и благо орбиты стоять смирно. Право внести флаги предоставляется выпускникам лагеря орбита Пшеничниковой Екатерине и Авдееву Кириллу. Флаги Российской Федерации и орбиты, линейку, посвященную закрытию смены, внести равнение на флаги. Спасибо первому за громкие возгласы. Восьмой отряд. И вы сделали его правильно.
Тагир, седьмой отряд. Дискотека будет на улице! Четвертый отряд! Наш отряд! Виза! Наш девиз! Только лучшее себе покажем лагерю «Орбита»! Отлично! Я думаю, что вы это сделали! «Орбита» – прекрасный отряд! Третий отряд! Наш отряд! 40 оттенков! Наш девиз! 40 оттенков! Потому что у нас еще обязательно будут встречи, тем более 40 оттенков, а мы использовали только 15. Аплодисменты третьему! Второй отряд. Наш отряд! Гусь! Всегда везде мы добьемся успеха, любая проблема нам не помеха. Будем сражаться и побеждать. Я скажу вам только два слова. Хорошая работа! Первый отряд. Отряд! Огружка! Девиз! Любимая большой салат, примером мы всегда был рад, а всем друг и друга. Спасибо! Да, я думаю, что вы всем стали друзьями. Кто со мной согласен? Тот аплодирует очень громко. Спасибо, первый. Ну и как положено, такие торжественные моменты, конечно же, слово предоставляем самому главному человеку лагеря, без которого это было все не состоялось. Директор лагеря «Орбита» Иванова Ирина Ивановна. Ребята, уважаемые педагоги, я всем хочу сказать большое-большое спасибо за эту смену. Смену, которая получилась действительно творческой. Спасибо вам за совместную труд, за совместную радость, за то, что вы такие у нас умные, талантливые, интересные, за то, что вы к нам приезжаете из года в год. И я надеюсь, те, кто здесь впервые, захотят к нам приехать снова и снова. И как обычно, в конце смены, тех ребят, которые отличились, кого-то уже поздравили, а кого-то еще нет. И вот сегодня мы хотим отметить еще группу ребят, которые творили здесь во благо себе, «Орбите», городу. За активное участие в жизни лагеря отряда на первой смене 2018 года награждается Воронин Константин, 10-й отряд, он уже умер, но, к сожалению, только что. Десятый отряд. Коропейка Варвара. Десятый отряд. Мацуганов Андрей. Девятый отряд. Шелудько Степан. Девятый отряд. Комарицына Олеся. Девятый отряд. Маркович.
Возьмите обнижку. Возьму отряд. Тольяттина, Маша. Возьму отряд. Чернокова Екатерина. Возьму отряд. Губарев Максим. Спасибо, молодец. Седьмой отряд. Матвеева Настя. Нелли. Анухлева Кристина. Широкова Елизавета. Пятый готовый. Слышит имена своих героев. Яна Казакова. Сиротинина София. Емельяна Прохмир. Макьяна Валита. Щерба Руслан. Четвертый отряд. Распопов Егор. Шалунина Дарья. Шарфин Александра. Чиркова Алина. Четвертый отряд. Быков Дмитрий. Одиннадцатый отряд. Питер Павлац. Иванов Ярослав. Илья Калугина. Дайте портали. Я вчера очень
13. Я хочу публично извиниться, сказать, что она самая лучшая. Пожелать ей всего самого лучшего. Я ее очень сильно люблю. Ой, как мило. Аплодисменты, девчонка. Продолжаем второй отряд. Чеботаева Светлана. Ну и старшенькие. Станиславчук Майя. Быкова Олеся. Юрий Щербанов. Алихова Ирина. Лосева Анастасия. Работала много кружков и студий, и руководители кружков посчитали нужным отметить ребят, которые принимали самое активное участие в деятельности этих творческих студий. За активное участие в работе студии «Одережка» награждается Клыков Александр, 7-й отряд. Фарсенко Артем, 1-й отряд. Петрова Юлия, 1-й. Гавриченко Андрей, 1-й. Всю смену работала библиотека. И Татьяна Владимировна награждает почетной грамотой самого активного читателя библиотеки лагеря «Орбита» Вдовина Ивана, 3-й отряд. Эйснер Елизавета, 10-й отряд. Эйснер Елизавета. Самый активный читатель библиотеки Цветкова Марина. Еще один любитель читать. Тихонов Илья, 7-й отряд. Туризма в лице ее руководителя Сомова Сергея Григорьевича награждает Аношина Александра, 3-й отряд. Трифонову Лидию, 3-й отряд. Жарких Александра, 4-й отряд. Абаянского Андрея, 2-й отряд. Судья из Зои Папье-Маше, Валенов Сергей Петрович, награждает Мамилу Анну, 1-й отряд. Глушанкова София, 7-й отряд. Пушилина Алиса, 4-й отряд. За активное участие в работе информационного центра руководитель центра «Баланс» Пархачев награждает его участников Чаусова Егора, 4-й отряд. Васильева Вячеслава, 1-й отряд.
Михаила, второй отряд. Лисименко Максима, ну куда ты с него? Второй отряд. И Юдина Романа, третий отряд. Все 20 дней нашего пребывания гладили орбита. Работал ревизора, который ежедневно оценивал степень чистоты ваших комнат. Сия! Которые, наверное, в последний раз в нашем лагере находятся в качестве отдыхающих детей. Это наши выпускники. Мы очень надеемся, что они подрастут и в следующем году, или через год, или через два, придут к нам работать уже в качестве вожатых, а дальше воспитателей, потому что преемственность наших традиций – это очень важно. Ждем вас, дорогие наши выпускники. Лагеря «Орбита» Приходько. Приходько, Владимир. Лобышев Кирилл. Еще одна самая
Еще одна славная традиция нашего лагеря по итогам работы всей смены определять лучше дипломом. Самый бонусный отряд награждается. Первый отряд «Окрошка». Спасибо за работу. Эти бонусы не просто так. Значит, вы сделали что-то полезное, что-то нужное для нашего лагеря. По итогам первой смены лучшим отрядом признан третий отряд. 40 оттенков. Вожатые, ваши воспитатели, их труд тоже оценивался. Лучшим воспитателем первой смены 2018 года признана Блинникова Марина Александровна. Марина Александровна. Нашим молодым коллегам. Извините, я стою полубоком, потому что только так можно говорить без перерыва микрофона. Очень благодарна девчонкам и мальчишкам Томского государственного педагогического университета, Красноярского колледжа, которые поддержали нас на этой смене. И лучшим вожатым первой смены 2018 года признана Зубарева Александра. Разрешите флаг орбиты Российской Федерации линейки закрытия вынести и первую смену закрыть. Флаг Российской Федерации без флага орбиты вынести, первую смену считать закрытой. Внимание, орбита, равнение на флаги. Можно говорить до свидания. До новых встреч. Изобретем, я думаю, что она нам всем понадобится. Мы перенесемся снова в первую смену, но, может быть, пока только во сне. Итак, внимание, орбита, флаги, пионерскую первую смену считать закрытой. Но это еще не все, потому что именно сейчас на сцене нашего уютного актового зала вы снова встретитесь со своими любимыми вожатыми.